именем Дмитрия Ивановича Менделеева впервые знакомится в школе на уроке химии. Самое известное его открытие – периодическая таблица химических элементов. В этом году исполняется 190 лет со дня рождения великого русского ученого, к чему и приурочена выставка «Система мироздания. Ключ Менделеева», открывшаяся в библиотеке имени Крупской. Если сейчас, через несколько лет, ребят спросить, а что им известно, кроме таблицы Менделеева, которая связана с именем его, да, ну, к сожалению, не все добавят к этой таблице какое-то новое открытие, связанное с этим именем. Главная задача выставки – раскрыть ученого с разных сторон, ведь он не только внес вклад в развитие отечественной химии и физики, но многое сделал и для сельского хозяйства, горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. А еще Менделеев занимался кораблестроением и воздухоплаванием. Все это достаточно интересно, и хочется, чтобы ребята, в первую очередь молодежь, для них мы старались, узнали об этом и понимали, что благодаря имени Менделеева, благодаря знаниям, открытию Менделеева развивалась впоследствии в целом мировая наука. Я думаю, это очень важно, чтобы студенты развивались помимо учебной деятельности, чтобы они могли реализовывать себя во всех сферах. То есть узнавать новое, участвовать в различных общественных мероприятиях, как-то вкладываться и в целом расширять свой кругозор. На выставке рассказали об ученых, для которых многие направления науки стали понятны благодаря трудам Менделеева. В том числе молекулярная и атомная теории были разработаны во многом благодаря научным трудам Дмитрия Ивановича. Для посетителей также прошла викторина. Возможность познакомиться с выставкой «Система мироздания. Ключ Менделеева» в библиотеке имени Крупской у самарцев есть в ближайшие 3 месяца. Затем она будет представлена в других библиотеках Самары. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.